Всех жителей Чувашии волнует вопрос, где проходят исследования анализов контактных граждан и можно ли сдать тесты на наличие в организме коронавируса потенциально здоровым людям. Вот что ответила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева. В настоящее время лабораторные исследования от больных или подозрительных проводятся на базе вирусологической лаборатории Центра генэпидемиологии. Там проводятся лабораторные исследования от контактных лиц, чтобы выявить, есть ли у человека данный вирус. В настоящее время есть проблемы по организации лабораторного обследования от здоровых лиц, которые приехали с неблагополучных территорий или которые просто хотят обследоваться на этот вирус. Но на сегодняшний день лаборатория еще не задействована, хотя она определена. Буквально на днях будут начаты лабораторные исследования на базе Центра генэпидемиологии. Персонал подготовлен, тест-системы они получили. Лаборатория начнет действовать.